Друзья, всем привет! Сегодня впервые в жизни полноценно познакомлюсь с мотособакой марки Ураган. Привод на первую звезду идет. Имеется редуктор с переключением задней передачи и передней передачи. Имеется фара диодная. На двигатель установлен утеплитель. Он же сразу и шумовая, и виброзащита. Ну, скорее всего, шумовая защита и утеплитель. Имеется бардачок. Двигатель стоит 15 лошадиных сил. Управление на руле. Включение-выключение фар. Включение-выключение зажигания. Устанавливается аккумулятор. Имеется электростартер. Весело, интересно. Но по целине пухлого снега, все-таки ей снег нужен либо небольшой глубины, либо все-таки большой глубины, но чтобы он был уплотненный. Снег пока не уплотненный, у нас здесь рыхлый, поэтому двигаемся с напрягом, натугой. И к тому же интересное управление, то есть надо к нему привыкать. Управляешь не поворотами, а наклонами, фактически как на мотоцикле. Ладно, самое главное сейчас прокатиться, посмотреть и оставить свои впечатления, как вообще работает и как он себя проявит в охотах. Планировали на мотособаке развоз соли по солонцам, по лесу, так как на ней удобнее передвигаться. Ну, по крайней мере, наслышаны, что по лесу на ней удобнее передвигаться, чем на снегоходе. Развозить соль по солонцам с зимы сейчас и делать маршруты зимнего учета. Вот. Ладно, катаемся дальше. Обратите внимание, какая разница скорости мотособаки, когда она движется по пухлому снегу, по рыхлому, и когда она движется по твердому укатанному, по старой колее снегоходной или опять же от мотособаки. Разница абсолютно разная. И очень удобно, очень будет удобно, если ездить на ней, расставлять капканы и планомерно от начала зимы, по мере выпадения снега, накатывать свои пути в лесу, даже их сверху, если не присыпи, там 10-15 сантиметров, будет уплотняться и получится очень хорошая дорога, потому что в колее от снегохода, в колее своей же от мотособаки держится она очень уверенно, оставляя такую хорошую курсовую устойчивость. Как, ну, естественно, руль нельзя опускать, но подруливать приходится, но при этом становится очень комфортно и легко. Выезжая на целину, при движении в гору, конечно, чувствуется, что она теряет скорость. Скорость становится низкая, но все равно быстрее, чем ты будешь идти на лыжах. И, соответственно, менее трудозатратная. Свою функцию она в этом самом выполняет. При движении по пухляку уже с горы, там она уже едет побыстрее и полегче. Опять же, не ожидал такой устойчивости при заезде и выезде через кювет, где нагребен снег плотный, высокий. То есть она достаточно устойчива. Ей главное зацепиться. Проехался. Где-то в течение, наверное, 25 минут катался, не глушил постоянно под нагрузкой. И скатал за это время, ну, наверное, пол-литра бензина всего. Двигатель достаточно экономичный. Основная техника в уводе зимняя. Это снегоход наш. Старый добрый труженик Буран. Независимо от того, какой Буран. Ну, предпочтительный, конечно, длинный. Техника достаточно надежная, очень легко ремонтно-пригодная, тяговитая. Он едет не быстро, но уверенно везде. И для более быстрых передвижений и комфортной езды, но при этом менее тяговитый, снегоход Скиду 440-й. Двухтактный, заводится хорошо, но долго. Ну и теперь часть нагрузки охотничий на себя возьмет мотособака, мотобуксировщик Ураган. Ребят, всем рекомендую. Ссылка будет в описании. Обращайтесь. Соберетесь покупать мотобуксировщик. Очень советую обратить внимание на компанию Ураган. И я думаю, что вы будете довольны приобретением. Очень вам советую. Всем пока. Скоро вы увидите продолжение, как мы будем эксплуатировать мотобуксировщик на охоте в полевых условиях. В лесу, далеко от цивилизации. В надежде только на себя и на мотобуксировщик. Пока!